граждане, данное мероприятие незаконно и не согласовано с органами исполнительной власти. Ваши действия незаконны. Вы нарушаете общественный порядок. Просьба разойтись. Законники, у нас нет закона, у нас только закон Путина. Стоять! Пошли! Долой прогнившую власть! Федева, в отставку!
Я что, за уточку иду? Цепочку держите! Маленький лет 8, давайте заберите ее тоже. Как вы можете, ребенка? Знаете, у кого побольше звезд, они так же вас грабят. И вас там уже учат. Вся страна об этом знает. Раз, два, три, вау! Еще раз! Раз, два, три, вау! Еще раз, два, три, вау! Он нам не Димон! 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 А в чем разница? Ваня от вас. Можно мы, да, просто пройдем? Разговоры не вступать, контакты не выходим, понятно? Мужчина в метро. Уезжаем отсюда. Кошмар. Разводят. Найдите, пожалуйста. Колени бы тебе. Понятно, да? Уговаривать больше не будем, да? То есть два лояльно попросили, ребят. Лояльность. Потом не обижайтесь, как. Хорошо? Потому что все равно мы-то работаем в рамках законодательства. А вот вы здесь сейчас собираетесь. Мы не собираемся. Просто гуляем, я знаю. Гуляем, да. Я это уже слышал. Сегодня раз 10, наверное, за весь день. Только тем не менее приходится штурмом выдавать. Здравствуйте, обязательная просьба не задерживаться, проследовать скорую станцию метро. А у вашего мнения, чем руководствуются сотрудники полиции, когда задерживают граждан? Кого они берут? Это сложный вопрос, и я могу свое личное ответить. Мы же залили, ребят. Не оказывай сопротивление, я сотрудник упали. Будьте любезны, подбудьте данные. А на скамейке сидите уже? Мы же на скамейке сидим просто. Мы сидим, на скамейке не согласовано. Это тоже странно. Проходите площадь, проходите в метро. Не нарушайте общественный порядок. Спускаемся в метро. Проходим. Освобождаем проход. Мальчишки-то, ну. Мы здесь стоим. Ну, у вас сыновья есть? Нет.
всех же рождаются сыновья. Ну, это ж... У некоторых дочери. А девочки есть? Конечно. Ну и что, если бы девочка ваша здесь моя была? Девочка на такое не приедет. А на какое такое, объясните? А? На какое такое? А что ребята здесь делают? Что они делают? Они же ничего не делают. Я вот никакого не вижу. Никаких событий. Они просто пришли погулять. Сейчас придут сотрудники, которые задерживают, и им зададите данный вопрос, хорошо? Им они рапорт напишут, все будет. Человек просто настоятельно. Я в шоке, просто в шоке. Хотите, не мешайте проходу. Хочешь? Хотите, не мешайте проходу других граждан. Ручку там у кого-то выпало. Девушки, не мешай. Ну я просто спрашиваю, почему? Почему мы стояли, ждали, что получили, нас забрали. Мы ничего не кричали, ничего не говорили, да. Просто так не забирают. Да? Почему-то я наблюдала обратное. Абсолютно обратное. Как бы когда забирают тех, кто стоят с плакатами, орут, это одно дело. Может быть, ну, у вас какие-то глаза не понимают. Но когда люди сидят, вы почему-то освобождаете площадь для людей, которые якобы должны проходить. А почему я не могу проходить? Ну, я тут молодой человек, я переживаю. Я не понимаю, почему я не могу. На каком основании задерживаете молодых людей? На том, что мы сидели. Они действительно стояли? Мы не стояли, мы сидели. Я наблюдатель. Нет, я просто спросила. Я задерживаю, поясню, за что вы забрали, а вы? Да. Поясните, пожалуйста. А вы не поясняете. Да, вы не видите, как вы забираете. А не вам. Вы кто? Да, но вы сейчас задерживаете. Вы, что происходит? Вы заходим. Объясните причину. Вы выключаете закон. Вы куда? Поставь сюда сотрудников в машину. Сюда. Да что? Я у меня там друг. Что, друг? Нас мечтали? Да, вижу, он дурец с этим в суде. Граждане, давайте расходимся. Хорошо. Общаемся в другом месте. Там же и расстанемся. Не, а как это?
Вы расходитесь? Вы расходитесь или нет, граждане? Ну, а куда нам? Я могу вас в отделение сопроводить. За что? Я вас прошу, здесь место заберут. Пойдите. Меня не заберут. Мы с товарищем договорились, просто должен подойти. Не заберут, конечно. Сейчас. Расходимся. Пойдем сюда. Не один раз. Расходимся. Все, вот нас. Я говорю, здесь место несанкционированного митинга, уходим отсюда. Юля, я здесь. Давай я сразу закрою, я что-то это самое как-то. Не русским языком, что говорю. Аккуратно, к нам надо. Ребят! На каком основании задержан? И отходим. Сейчас мы расходим. Детали установки на камере. Здесь место не сомневается. Да. Вот тут серый. Пошли! А что, а что говорят? Она поняла, она вот так вот лежит, значит, спокойно, спокойно. За что? Держали человека. Здесь не санкционер, на митинг. Выходим отсюда, нет, здесь капли. А человек за что? Вы на митинг пришли? Нет. Еще раз уходим, говорят, вот. Здесь место не санкционировало митинг. Да нет, как раз. Митинг не санкционировал. Давайте. Ну, я уже отошел. Ну, е-мое. А за что все-таки сдержали-то и меня, и человека? Да отпустите его. Куда пойдемте-то? Я провожаю. Куда мы должны? Шар, перестань, по входу. Не надо. Подходите. Потолкайтесь.